Сука, на пределе, на пределе. Да, это самый медленный самолет. Да! Еще и с ракет забрали. Я так долго летел к этому, я смог. Даже не просто так его выкатил. Друзья, хочу вам сообщить, что у меня появилась моя блогерская наклейка, которую вы можете получить, задонатив в Ротандере, в Красауте или в Энлистеде, что угодно, перейдя по моей реферальной ссылке. Она будет в описании. Также вы получите 3% скидку, а сама наклейка будет находиться в категории «Другое» логотипа. В общем, вы и сами сэкономите, и меня поддержите. Также эта скидка плюсуется с теми, которые проводят периодические улитки. И всем приятного просмотра. Не пробил. Всякие. Леопард танканул аварьешный хэш. Сколько у нас взрывчатки там? А, 20 килограмм. Ну это, наверное, мало. Что происходит? Я каким-то образом сбил союзника с пушки. Окей. Откатывать, грубо говоря, до последнего. Ну я в борт и только что не пробил королевского тигра. СССР 6-го. Все отлично. Я говорю, тундра в 2015 году осталась хорошая. Я второй раз не пробил борт того же самого тигра. Все нормально. Надо запомнить, кстати, что королевский тигр не пробивается в борт с СССР 6-го. Слишком маленькая дистанция.
сам уничтожился. Гори! Надо грудами укачать. Можно брать смелу, все нормально. Будет нормально отыгрываться. О, попадание 100-миллиметрового снаряда в Остин. Шкартокс. 348-й, он офигенный, как я предполагал, изначально, когда мы анонсировали. Потому что ИС-2... О, круто. Прям в меня закинули. Так, погоди, может быть, выживем даже. Офигеть, ребят. Ставьте нормальную задержку взрывателя, ребят. 1.5 секунды, не больше. Самолетик приземлили немножко. Файтер. Смотрите, прям под него выстрелил, мне даже не засчитало попадание. Ёб твою ж мать. Какая жесть. Ваффин, 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 драгер. А, минус гусеница, я босса на экипаж. Зашибись, покатали, постреляли. Полковую технику китайскую. Можете качать смело, машина классная. Фух, повезло-то мне как. У меня патрульный в сантиметр прилетел от меня. По-моему. Ох, жесть. Столько снарядов танкуют в зенитке, блин. Мне бы так, сука. Ой. Кажется, сегодня у нас Паша зенитчик проснулся. Потому что он якобы клевый. Хрень полная. Попадание камерника 110-го по вертолету. Критические повреждения. Все хорошо у него. Мне показалось, или я врезался в самолет все-таки? По-моему, блин, я врезался в него немножко.